В четверг Всемирная организация интеллектуальной собственности одобрила патент Samsung на сгибающийся смартфон. По слухам, южнокорейский производитель использует эти наработки в новой линейке Galaxy X, которая может дебютировать уже в следующем году. Благодаря патенту удалось узнать, каким будет первый гибкий смартфон Samsung. Концепция Galaxy X полностью соответствует той, что фигурировала в ранних утечках. Патент описывает устройство из двух с экранами, которые разделены подвижным шарниром, и соединить их в одну большую не получится. Соотношение сторон дисплея будет таким же, как у нынешних Infinity Display, 18:9. Напомним, Samsung пытается выпустить гибкий смартфон на рынок уже более 5 лет, но постоянно сталкивается с проблемами в производстве. На этот раз компания планирует выход необычной новинки не позднее, чем на 2019 году, однако релиз могут снова отложить, как это случалось ранее. Напомним, помимо Samsung, над гибким аппаратом могут работать Huawei, OPPO, Sony, LG, Vivo и ZTE.